Доброго времени суток, уважаемые видеослушатели моего канала. Мы находимся с вами на сайте НПЦ КМЭ, и здесь небольшим разделом у нас раздел «Библиотека». Вы на нем наверняка были, кто уже подписан на наш канал, смотрит наши видео. И мы в разделе 5.6 «Библиотека». Начинается этот раздел, вот так вот он выглядит, библиотека. Начинается он, в общем-то, с моей книги, и, собственно, о ней я и хочу поговорить. На собственные деньги я издал 500 экземпляров этого трехтомника. Книга называется «Идти». Я являюсь ее автором. В каждом томе 100 поэтических произведений, всего их 300. Соответственно, осталось где-то чуть меньше 50 из этих 500, которые я, в общем-то, издал, подарил. Некоторые были приобретены, но около 50, там стопочка еще стоит из 500 изданных. Соответственно, они не кончились еще, но тем не менее стоят. 50 на 50 людям нравится. Как говорят сейчас молодые люди, заходит. Ну, редко это происходит для молодых людей. Наверное, все-таки это люди должны быть постарше возрастом. Такие книги, такие произведения творческие. Кто следит за моим Фейсбуком, моим ВКонтакте, слышали, видели некоторые из моих произведений, кому интересно, могут пройти и посмотреть. Ну и, собственно, я предлагаю приобрести оставшиеся экземпляры. Повторюсь, их осталось, наверное, чуть менее 50. Соответственно, три тома упакованы не так красиво типографским способом. Они маленькие такие книжечки, буквально там в карман положили, в поезд поехали. Одного поэтического произведения вам хватит читать на поездку в одну сторону. Ну, я утрирую, конечно, смеюсь над этим. То есть там маленькие хокку, четверостишие японские, в продолжении и впоследствии творчество великих поэтов Японии. Мацуо Босё прежде всего вдохновлял меня. Конечно, вдохновлял меня Достоевский, Габриэль Гарсия Маркес. Ну, прежде всего Достоевский. Антон Павлович Чехов. Тут, конечно, это проза прежде всего, но за исключением Мацуо Босё, ну и других японских авторов. Каждое поэтическое произведение сопровождается картинкой и музыкой. Ее можно свободно скачать. То есть каждое поэтическое произведение, каждое четверостишье можно слушать под музыку, специально подобранную. Осталось немного книг, относительно немного. Цена за трехтомник, упакованный вот такой красивый подарочный целлофан, составляет 3500 рублей за трехтомник. И оплатить, приобрести это все можно через телефон. Тут есть ссылка. И, соответственно, оплатить 3500 и на свой адрес, который будет вами указан. Мы в течение одного, я лично в течение одного, двух, трех, максимум трех дней, когда работает почта, отправлю на вашу почту, ваш индекс, вашу область, ваш населенный пункт, на ваш адрес, там улица, дом, квартира, я отправлю вот это поэтическое произведение собственного сочинения, так скажем. 50 на 50, кому-то нравится, кому-то не нравится, как происходит, наверное, с большинством. А еще куда ни шло проза, а тут еще скажете вы,
21 век, еще какая-то поэзия, да еще в 4-3 строчки. Но тем не менее, некоторым нравится, они отписываются, говорят, да, супер, это супер классно, мне понравилось. Поэтому предлагаю вам присоединиться к, может быть, не к моим поклонникам, но тем не менее понять, чем живу я, помимо своей основной работы, занимаясь психологией, клинической, промышленной психофизиологией, можно приобрести вот такой трехтомник моих личных выстраданных поэтических произведений. Собственно, на этом все. И благодарю вас за внимание.